Как воспеть мне теперь? Я помню, ты являлся мне в видениях, Орел. Аполлон говорил о тебе. Царь плакал, когда убил белую лань. Ибо оказалась она охотницей, бледной и прекрасной, в золотом венце. Аполлон повелел Гее превратить слезы царя в озеро, застывшее высоко над равнинами. Бог света обрушил свой кулак на гору, отвел туда любимую и сказал: «Никто не найдет тебя. Никто, кроме орла. Он пролетит над пятью городами с золотым венцом охотницы в клюве». Почему ты зовешь меня орлом? Священный венец твой, орел. Найди его, и ты станешь процветать. Озеро слез высоко над равнинами. Аполлон хочет, чтобы я нашел венец охотницы. Озеро слез. Что там было дальше? Бог света обрушил свой кулак на гору. Место хорошо охраняется. Thank you.
Сама божественная охотница Кирена. Легенда о Кирене и Аполлоне. Аполлон влюбился в нее. Дева, убившая льва. Она сильная и храбрая. Прямо как Ая. Корона? Должно быть, это венец из пророчества. Спасибо Аполлону за этот священный дар.